уважаемые земляки, позвольте мне от себя лично, от всей избирательной комиссии Назаровского района поздравить вас с нашим замечательным праздником, с Днем России. Избирательная комиссия Назаровского района, территориальная избирательная комиссия, занимает в жизни района большую, такую небольшую, но нишу. Мы с вами, жителями нашего района, встречаемся как раз практически каждый год и встречаемся именно во время выборов. Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех тех людей, которые принимают участие в выборах. И сегодня благодарственное письмо. Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний вручается Скоку Василию Андреевичу. Председателю избирательной комиссии номер 1661 Краснополян. Почетной грамотой избирательной комиссии Красноярского края за успешную подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного собрания края высокий профессионализм награждается Харитонова Наталья Александровна. Наталья Александровна у нас секретарь избирательной комиссии. Избирательной кампании Красноярского края за успешную подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного собрания края высокий профессионализм вручается Девинцу Юрию Геннадьевичу. Юрий Геннадьевич также является членом избирательной комиссии уже не первый год. Спасибо, всех с праздником! Спасибо, Алексей Васильевич!